Всем привет! Вы на канале Лазница. Сегодня хочу такое сделать разговорное видео и параллельно делать прическу самой себе. Хочу сегодня сделать хвостик, такой красивый вечерний вариант. И вот на такую длину. Я думаю, тоже будет красиво. Я вам снимала прическу с высоким пучком, и я предварительно делала гофре на всю длину, чтобы волос стало побольше, потому что у меня очень мягкие, тоненькие волосы и без объема. Поэтому у кого нормальные густоты волосы, вы можете не делать, но мне приходится это делать. И для начала я беру вот такую вот расческу с хвостиком и буду отделять волосы. То есть я не буду сейчас все волосы в хвост забирать, а отделю часть. У лица, точнее по всему кругу, которую я буду отдельно добавлять. Так, я отделила, и сейчас просто на нужном уровне, который мне нравится, завязываю хвостик. Так, вот такой вот у нас получился хвост. Итак, теперь все вот эти волосы я тоже буду добавлять к хвосту основному. Но почему я сразу не завязала их все в хвост? Чтобы потом вытянуть прядки вот тут вот, такие текстурные. И чтобы он красивый был со всех сторон. Потому что если просто завязать хвост и оттуда вытягивать, то он разболтается, то есть основа не будет крепкой. А так как вот тут тоненькие прядочки мы добавляем, то мы сможем с них повытягивать ребрышки, так сказать. И у нас будет и прочный хвост, и красивый. И опять завязываем. Так, теперь мы можем спокойно вот эти вот прядки вытягивать. Как их вытягивать? То есть я беру у основания, вот так вот, и начинаю подтягивать и держу параллельно, то есть пальцами как бы вычесываю эту прядь из основной массы. То есть беру и вытягиваю вот так вот такие тоненькие прядки. Не берите толстые, потому что если подтянете толстые, то у вас может вообще все рядом потянуться и будет некрасиво. То есть берите тонюсенькие такие прядочки и вытягивайте, насколько вам хочется. У меня тут зеркало, вы тоже сядьте перед зеркалом и смотрите, насколько вам идет вообще этот объем. И обязательно фиксируем все лаком. Чтобы у вас такие были ребрышки явно выражены, то просто берите, фиксируйте и вот так как бы приглаживайте каждое ребрышко. Так непривычно, я вот пшикаю и хочется подуть, чтобы оно застыло. Но я-то не могу туда подуть, привыкла кому-то делать. И начинаем дальше вытягивать. Просто берите у основания вот так прядку и подтягивайте ее, и как бы вы вынимаете из основной массы. Так получается, что у вас ваш хвост остается прочным. А вы вытягиваете вот эти прядки из той части, которую вы вторую подвязали. Можно вынять какие-то прядки, оставить. Так, теперь дальше по кругу продолжаю также вынимать, чтобы и сзади было все красиво. Сзади, кстати, очень неудобно эти прядки вынимать, потому что не видно. Поэтому советую вам брать зеркало и из зеркала вместе вынимать эти прядочки. Так, я, наверное, больше вытягивать не буду. Мне нравится и так. А, в принципе, вы можете вообще вытягивать, ну, насколько угодно. Дальше понадобится утюжок. Я хочу подкрутить хвостик, чтобы он такой текстурненький был. С формой хоть какой-то. Поэтому я разделяю на два. Одну часть пока где-то тут подколю. И просто я буду накручивать от лица туда к затылку. Поэтому эту часть в эту сторону буду крутить, а эту часть, ну, соответственно, в эту. А не обязательно утюжок, вы можете взять просто плойку любую. И берем и подкручиваем
наши прятки. Я вот просто беру утюжок, беру прятку, захватываю утюжок, один раз его переворачиваю и провожу по прятке медленно. И затем обязательно прокручиваю пальчиком в ту сторону, в которую должен смотреть локон. То есть тогда у вас получится локон. И сильно быстро не проводите утюжок, немножко медленно, тем более если вы берете какую-то крупную прядь, чтобы она успела прогреться, тогда она накрутится у вас. Интересно вам вообще урок по тому, как накручивать на утюжок, потому что я смотрю, мне часто пишут, что не умею крутить на утюжок, не получается, еще что-то. Если вам интересно, то напишите, и я подумаю, как объяснить именно доступно, чтобы было понятно, и вы смогли накрутиться наконец-то на утюжок, потому что я знаю, многие покупают утюжок и просто им не пользуются, потому что не получается у них накрутиться. Это обидно, потому что вещь хорошая, заменяет плойку реально. Так, теперь эту часть волос, я не сказала, крутим также вот лица, только в другую сторону уже. Все, выключаем, нам он больше не понадобится. Итак, подождем, пока немножко прядки остынут, чтобы локон так застыл, тогда будет более упругий. Так, не выключаем, я еще забыла у лица прядки. Так, как я подкручиваю тут прядки? Обычно у меня тут длиннее волосы, но почему-то они обломались. И вот эти вот пряди, самые высокие, я накручиваю на лицо. Так как они коротенькие, то они сильно кудрявые получаются. А вот эти вот две прядки я кручу от лица. И не до конца, то есть кончик я оставляю. Если у меня получается вот такой вот сильный барашек, я беру, выпрямляю просто, пока горячая. Если это не помогает, то я просто беру и пару раз вот так клацаю утюжком. Тогда оно получается такое, видите, как вроде не накрученное на плойку такой крутой барашек, а такое, как вроде так и было, в общем. Ветром выняло из прически вам кудри и завеяло. И также с этой стороны. Хвостик у нас остыл, и очень рекомендую приобрести вот такую вот расческу с железными кончиками, с такими широкими зубчиками, она очень помогает. Теперь мы берем, я беру вот такую вот расческу, поднимаю хвост вверх и начинаю снизу вот этой вот частью подчесывать. То есть просто так плотно подчесывать, за счет того, что тут крупная, у вас не будет такого конкретного начеса, у вас будет вот такой вот взбитый, как вы видите, красивый хвост. И берем так по всей длине, взбиваем. То есть видите уже сколько объема получилось. И не видно никакого начеса, прошу заметить. Просто вот так вот очень красиво. Взбиваем весь хвост. Там, если у вас какие-то такие тяжелые прядки остаются, вы берете их по отдельности и также взбиваете, чтобы у вас было все пышненько. Когда у вас будет все пышненько, воздушно, тогда у вас будут дольше держаться локоны. Ну и, соответственно, сам хвост. Берем лак, когда вы видите, что форма вам уже нравится, мы фиксируем лаком. Так, чтобы у нас не было видно этой резиночки, я под хвостом беру какую-то небольшую прядь,
она тоже сильно тоненькая. Вот, допустим, прядка. Можно ее немножко подчесать изнутри. Фиксирую ее вот тут вот снаружи, немножко прочесываю, чтобы она была гладкой. И фиксирую лаком. Также изнутри брызгаю лаком, чтобы она приклеилась. И оборачиваю хвост. И опять изнутри лаком и снаружи. Теперь у нас остался кончик. Мы берем невидимку. Наматываем этот кончик на одну часть невидимки и закалываем ее туда, куда-то под хвостом, чтобы не было видно. И вот такой вот у нас получается текстурный, красивый, пышный хвост. В конце я добавлю немного блеска. Ну, в общем, вот такая вот у меня получилась прическа. Сейчас я вам ее покажу со всех сторон. Можно сделать своими руками дома. Если вам нужно куда-то быстро собраться, эта прическа как раз не занимает много времени. Поэтому берите на заметку, у кого тоже такие же тоненькие, мягкие, не поддающиеся ничему волосы, то делайте гофре вначале. Это вам очень поможет. Очень надеюсь, что вам было интересно сегодня со мной и вам понравился такой формат видео. Напишите мне об этом. И сегодня у меня все. Подписывайтесь на мой канал, если вы случайно попали. И с вами была Лазница Вика. Всем пока!